Второй день в Одессе говорят об экономическом развитии. Поддержка малого и среднего бизнеса, приватизация государственных предприятий и многое другое обсуждали вчера одесские предприниматели с министром экономического развития и торговли Украины. Говорили о том, как развивать украинский экспорт и, например, каким образом на мусоре зарабатывать деньги для страны. И сейчас вместе с Министерством экологии готовим новый законопроект о утилизации тары наподобие чешского, который по нашим подсчетам создаст 200 тысяч рабочих мест в стране. Все будет сортироваться, все будет перерабатываться, и страна в итоге будет чище, и пойдут достаточно серьезные инвестиции. Также министр отметил, что именно Одесса имеет большой потенциал в плане экономического развития. Более того, по словам Айвараса Абрымавичуса, в этом направлении нашему городу поможет новый губернатор. На самом деле, будем думать, как, не имея денег, но имея очень большие планы и большие амбиции, создать что-то такого, чтобы заработать. И здесь, конечно, опыт нашего грузинского нового губернатора, я надеюсь, очень поможет. Мероприятие длилось больше часа. В обсуждении принимал участие и заместитель министра одессит Иван Лептуга. Задать свои вопросы успели около двух десятков представителей различных сфер бизнеса.